Чувашском художественном музее подвели итоги республиканского конкурса имени Ильи Юрьева. Конкурс детских рисунков «Как прекрасен этот мир» проводится в 15-й раз и в этом году получил статус международного. На днях Илье Юрьеву исполнилось бы 80 лет. В этом году на конкурс было представлено более 500 работ из 27 художественных школ Чувашии, России, Белоруссии и Казахстана. Возраст участников от 5 до 17 лет. Тема конкурса этого года – творческое наследие народного художника Чувашии, автора государственных символов Чувашской республики. Жюри, в состав которого вошли преподаватели средних и высших профессиональных образовательных учреждений и заслуженные художники России и Чувашии, определило победителей в 4 возрастных группах по 2 номинациям. «Как прекрасен этот мир» для участников 5-17 лет и дипломная работа для выпускников художественных школ и школ искусств. Члены жюри отметили высокий уровень исполнения детских работ, богатую фантазию авторов, профессионализм и индивидуальность. Среди лауреатов и дипломантов конкурса представители школы.